Это видео будет посвящено экрану мобильного телефона. Итак, технология AMOLED с использованием Clear Black, диагональ 3,5 дюйма. Ну и, к сожалению, у нас небольшое разрешение. Это 360 на 640. Собственно, такое же разрешение имеет и 5800, и N8, и E7, и так далее. Значит, давайте зайдем в фото и откроем какую-либо картинку. Ну вот, возьмем из каких-нибудь более-менее красивых и наглядно демонстрирующих качество картинки. Ну вот, например, это. Увеличено 100%. Сейчас покажу углы обзора. Углы обзора большие. Ну, может быть, немножко меньше становится яркость, но картинка очень насыщенная, контрастные такие цвета. Вот, собственно, по этой картинке тоже можно видеть. Единственное, заметил небольшой такой минус. На Nokia N8 я такого не замечал. Если яркость картинки, если яркость подсветки уменьшается, то на фотографиях фотографии приобретают такой несколько красноватый оттенок. Это можно было наблюдать и на сотовом телефоне HTC Desire. Вот тут, к сожалению, то же самое. На N8 такого я не наблюдал. Но в целом отличный экран, контрастность высокая, яркость высокая, на солнце ведет себя отлично. Всем спасибо, пока-пока.